Хоккеисты «Локомотива» в числе лучших игроков КХЛ. По итогам ноября лига определила самых результативных игроков месяца. Стефан Кронволс признан лучшим защитником. Шведский легионер за месяц набрал 7 очков, провел 12 силовых приемов и заблокировал 15 бросков. А молодой нападающий железнодорожников Александр Полунин стал лучшим новичком КХЛ. В ноябре он заработал 5 очков и нанес 13 бросков по воротам.